Добрый вечер всем. Я Наурызбеков Имран, бывший сотрудник ФСБ. Вот. Хочу обратиться к дагестанским правоохранительным органам. Не трогайте моих близких, вот, поскольку я на этот шаг пошел осознанно. Я против войны, я против насилия. Вот, то, что развязала власть Российской Федерации. Вот. И большая просьба не трогать моих родных. Они здесь ни при чем. Вот. Кому я предлагал помощь, я как-нибудь, как вам сказать, кому я предлагал помощь, он уже задержан. Вот. Другие не согласились, сказали, что мы будем идти до конца, надо типа воевать. Я против войны. Вот. И сегодня моих родственников со стороны жены, со стороны моей матери забрали Магарамкентский райотдел. Видимо, с центрального аппарата пришел звонок, вот, чтобы моих близких родственников задержать. Вот. С отца стороны, скорее всего, тоже, потому что никто не поднимает телефон, я им звоню. Вот. Ну, в общем, такие дела. Я хочу обратиться на весь мир, вот, что мне сейчас в данное время тоже угрожает опасность, вот, в плане того, что они могут меня найти и уничтожить меня здесь и мою семью. Но я за себя не беспокоюсь, я беспокоюсь за свою семью. Все, благодарю вас. И большая просьба военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, чтобы не ехали на войну. Эта война развязана Путиным, эта война не для вас. Вот. Выходите на улице, протестуйте и говорите, что мы против войны. Все. Спасибо.